Произведение А на Б равно 2, а сумма А плюс Б равна 7. Найдите сумму четвертых степеней А и Б. Как обычно перед просмотром, жмите паузу, пробуйте решить. Начнем с готовой формулы квадрата суммы А плюс Б, которая равна квадрату первого плюс квадрат второго и плюс их удвоенное произведение. Переносим удвоенное произведение А на Б к квадрату суммы и выражаем сумму квадратов А квадрат плюс Б квадрат. Получаем А плюс Б в квадрате минус 2А на Б. Теперь запишем ту же самую формулу, но только для квадрата суммы квадратов А и Б. То есть вместо А берем А квадрат и вместо Б берем Б в квадрате. Тогда по готовой формуле это будет равно квадрату первого плюс квадрат второго и плюс их удвоенное произведение. При возведении степени в степени показатели перемножаются. То есть А квадрат в квадрате – это А в четвертой степени. А Б квадрат в квадрате – это Б в четвертой степени. Переносим удвоенное произведение квадратов А и Б к квадрату суммы квадратов. И выражаем сумму четвертых степеней А и Б. Получаем А в квадрате плюс Б в квадрате и все это в квадрате минус 2А квадрат Б квадрат. Сумму квадратов А и Б заменяем на разность. Получаем А плюс Б в квадрате минус 2АБ и все это в квадрате. И минус удвоенное произведение квадратов А и Б. Или это можно записать как 2А на Б и все это в квадрате. А плюс Б по условию равно 7, а произведение А на Б равно 2. Подставляем. Получаем 7 в квадрате минус 2 умножить на 2 и все это в квадрате. Минус 2 умножить на 2 в квадрате. То есть окончательно получаем 45 в квадрате минус 8. Для того, чтобы найти квадрат такого вида числа, например, 25 в квадрате, нужно 2 умножить на соседнее число, то есть на 3, и приписать 25. Получаем 6, 25. Или, например, найдем 75 в квадрате. Тогда 7 умножаем на соседнее, то есть на 8, получаем 56 и дописываем 25. Аналогично можно находить и квадрат трехзначного числа. Например, 995 в квадрате. Берем 99, умножаем его на соседнее, то есть на 100. Получаем 99, 2 нуля и приписываем 25. То есть получаем 990 тысяч 25. Итак, для того, чтобы найти 45 в квадрате, 4 умножаем на соседнее число, то есть на 5, получаем 20 и приписываем 25. Получаем 2025 минус 8. То есть получаем 2017. Пишем ответ. Сумма четвертых степеней А и Б равна 2017. Задача решена. Кто разобрался, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал.